«Хелло-робот», «Робокарусель», «Машина Голдберга» — это названия направлений, в которых соревновались дети на фестивале «Роботема». Оно состоялось минувшее воскресенье, 20 января. Мастер-классы программирования робототехники, интересные как детям, так и взрослым, прошли в Раменской гимназии. Уже третий год подряд образовательное учреждение принимает гостей со всей Московской области. Цели фестиваль ставит следующие: развитие естественной робототехники, потому как она применяется во многих сферах нашей жизни сейчас, да, начиная от образования, медицины, и заканчивая инновационными проектами, космос и так далее. Детей приучают к тому, что нужно что-то изобретать. По словам председателя комитета образования администрации Раменского района Натальи Асеевой, мероприятие востребованное. Несмотря на выходной день, на соревнования приехало более 300 участников. Раменский фестиваль робототехники является региональным отборочным туром для участия детей во всероссийском фестивале «Робофест». Важно не только показать конечный результат, важно написать программу, важно выполнить заданный процесс. И я думаю, что это будет очень-очень интересно. Вместе с участниками традиционно у нас прибывают зрители, которые болеют за свои команды, много родителей. Мы искренне рады тому, что, несмотря на то, что воскресный день, сегодня гимназия полна народу. И думаю, что конкурсные испытания, которые сегодня пройдут дети, добавят положительных эмоций и позволит им в дальнейшем продвигаться вперед, потому что впереди у всех всероссийский фестиваль, а победа уже всероссийского уровня – это большая-большая заслуга. В зависимости от возраста участники фестиваля должны обладать определенными знаниями компьютерной технологии, инженерными навыками и знаниями различных программ. Для этого в школах открываются дополнительные кружки по робототехнике. Сейчас много кружков внешкольных. Вот у нас, например, в Раменском древопознание, Авитех, в Жуковском есть тоже внешкольный центр творчества. Мы меняем немножко соревнования, делаем разнообразные категории, поэтому в этом году у нас больше разных соревнований, соответственно, больше участников. Из новых у нас в этом году электроника, олимпиада по электронике. Новое здание и большие площади Раменской гимназии позволяют принимать большое количество гостей, поэтому с каждым годом их становится все больше. На будущий год организатор надеется, что фестиваль пройдет снова в Раменском. Надеемся, что в будущем он тоже будет проходить у нас. По крайней мере, приложим к этому все усилия, чтобы организация прошла хорошо. Мы договорились о том, что будет столовая, будет буфет, то есть участники будут накормлены. Организация достаточно уже у нас обкатанная. По итогам фестиваля две сборные команды Раменского района получили путевку для участия во Всероссийском технологическом фестивале «Робофест», который состоится в марте. Сергей Григорьев, Алена Иванова, Ольга Захваткина для программы «Городские вести».